Мэр Магадана Юрий Гришан опроверг информацию, ранее представленную его подчиненным. Жители областного центра в социальных сетях жаловались о состоянии проезда через дворовую территорию от проспекта Карла Маркса до улицы Пролетарской. Согласно ложной информации, в плане благоустройства такого проекта нет. Кроме того, проезд несанкционированный. Градоначальник опроверг это заявление. По словам мэра Магадана, участок очень востребованный. Мы давно озадачены вот этим проездом. Мало того, что он необходим для того, чтобы разгрузить улицу Наровчатова и другие участки, чтобы не было пробок. Он технологически нужен здесь. Он должен быть заасфальтирован и сделаны парковки, потому что люди вот в этих домах дышат пылью постоянно. Требуется обеспыливание, которое проводит или не проводит предприятие ГЛУД здесь. Поэтому я хочу сказать, что проект есть. Мы готовим проектно-сметную документацию и в следующем году этот проект заасфальтируем. Как отметил мэр Магадана, сотрудникам, который дал недостоверную информацию, проведут работу. В городе есть точки, которые требуют внимания. Их благоустройство откладывают из-за более загруженных участков. Однако это не значит, что ремонтировать такие точки не нужно, рассказал Юрий Гришан.